Юные спортсмены из Темиртау стали серебряными призерами традиционного чемпионата страны по пляжному волейболу, который прошел в Алматы. Команда «Металлург» в составе Захара Переверзева и Михаила Елисеева стала обладателем второго места. Республиканский чемпионат прошел в южной столице с 15 по 19 августа. На первенство страны приехали 9 команд из разных регионов Казахстана. Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки. Как говорят организаторы, главная цель соревнований – дальнейшее повышение интереса молодежи к спорту и повышение уровня казахстанских волейболистов. Из года в год в спорт приходит все больше молодых людей, которые подают большие надежды на победу. По итогам всех игр победителями стали волейболисты из Жамбылской области. На втором месте команда «Металлург» из Темиртау. Захар Переверзев и Михаил Елисеев стали обладателями серебряных медалей. Тренируют ребят Виктор Семенков и Сергей Елисеев. Стоит отметить, что темиртауские волейболисты во второй раз завоевывают серебряные медали на этом чемпионате. Второе место заняла команда «Металлург» город Темиртау. Елисеев Михаил, Переверзев Захар. Такие соревнования требуют хорошей подготовки. Нужно уметь играть и в передаче, и в защите, и в нападении, говорят юные спортсмены. Большой опыт и сильные соперники всегда помогают расти в спорте, отмечают тренеры.